Пробуждаемся. Всем привет. Солнечный день. Солнечного света становится больше. Скоро у нас весна, лето. Все будет классно. Спасибо. Всем привет. Польша, привет. Хочу просить прощения за вчерашнюю связь. 21 век ведь на дворе, а связи ведь нигде и нету. Сравнивали вчера азбуку вкуса и Ленда. Ну, не в пользу Ленда вышло сравнение. Привет в Москве, Новосибирск, Украину. Привет на Дыму, Минску, Павлодару, Красноармейску, Рыбинску. Спасибо, Новосибирск, теперь Хабаровск. Всем-всем-всем огромный-огромный-огромный привет. У нас снега? Нет, снега вообще практически нету. Он как-то ночью выпал и тихонечко ушел на нет. Потому что вчера с минус 10 температура поднялась днем на солнце до плюс 1. Ижевску привет. Приятного просмотра на ютубе. Челябинск, Челябинску огромнейший привет. Якутск. Тренироваться еще нельзя, через недельку. Жду своего клиента, появилось 5-7 свободных минут и решил пообщаться. Какую делал операцию, уже говорил в предыдущих перископах. Они у нас сохраняются все на лайв-каналах, подписывайтесь, смотрите. Менял форму глазок, уменьшал верхнюю губу, прошивал личико, чтобы оно не старело больше никогда. И менял себе еще несколько моментов по фигуре. Как самочувствие? Шикарное. Какие антиоксиданты хорошие? Знаете, самый шикарный оксидант, на мой взгляд, это свежий гранатовый сок, который вы выжили сами. Делал блефаропластику, да, но это уже новый метод, то есть она не щипковая, тут не просто кожу убирали, а здесь укорачивали мышцу, перепрошивали аккуратно хрящик верхнего века, и будет смотреться лучше. Хочешь жить вечно? Я думаю, что любой человек хочет жить очень долго, как минимум. Потому что когда есть цель, жить точно не скучно. А нужно ли повышать потребление белка? Да, на низкой углеводке можно повышать потребление белка, но надо понимать, сколько его будет усваивать организм, потому что при переборе белка просто будете грубить почки. Когда день рождения у меня? 1 апреля. Как квартира? Шикарно. Нет, никогда не курю, не курил. Почему выбрал именно золотую нить? Да потому что все остальное это профилактика, а золотая нить остается в теле навсегда. Кто по гороскопу? Баран. Для чего все это делал? Не знаю, у меня есть планы, что бы я хотел сделать, что бы я хотел поменять, и я меняю. Спасибо, ногти шикарные. Нет, я не гей. Плататься в ягодицах удобно? Да, она вообще меня никогда не напрягала. Цветы квартиры взяли? Нет, еще не взяли. Мы еще выбираем, смотрим, потому что очень разная композиция и не хочется делать ошибку. Зачем накрасил ногти? Всегда крашу. Они не просто накрашены, они еще усилены, так что на тренировке не ломаются. Нити не просто хорошо подтягивают. Смысл в этих нитях в том, чтобы вокруг нее потом оброс коллаген. В будущем никогда не появлялась морщина. Такой каркас прочности, как арматура в строительстве. Ой, я опять забыл выключить все звуки. Опа, отключили. Что, в губу кого? Ничего не кого, просто их уменьшили. С глаз нитки у него уже сняли сегодня. Можно будет бриться, а с губ еще не сняли. Стоит ли делать ягодичный имплант? На самом деле скажу нет. Девушкам точно не стоит, потому что ягодичные мышцы, они очень слабые, вялые и будет куча проблем. А вот липофилинг точно можно будет сделать. С внутренней поверхности бедра внешне убрать жирок и сделать липофилинг по образцу бразильской задницы будет классно. Единственное, что очень мало хирургов, кто делает так. Поэтому вот. Да, третий класс на лбу пропал. Не дай бог попасть в потасовку, да я и до этого вроде не попадал. Всем привет. Хороший препарат для печени – Гиптрал. Лучший препарат для печени. Он восстанавливает печень быстро, моментально. Можно как в капельницах, так и в таблетках. Суть накрашенных ногтей нет, на самом деле не видишь. Они у меня очень ломкие. Изначально я начал их укреплять. Когда я начал укреплять, решил делать какой-то цвет. Сначала это был нейтральный, а теперь он красный, потому что не знаю. Мне когда нравится, когда мир вокруг у нас яркий. Бывает на другой цвет, но красный мне надоедает менее всего. Да, можно написать, потому что днем поменьше народу. Хочу ли быть похож на женщину? Нет, но мне нравится, как у девушек смотрятся бедра и ножки. Поэтому, собственно, работаю в той же самой примерно проекции. Как после операции? Шикарно. Конечно, красный цвет, он никогда не выйдет из моды. На самом деле, ведь дело не в моде, а в том, почему нас притягивает красный цвет, как и кровь. Она сексуальна. Где сейчас? В зале, на полу. Сколько трачу денег на еду в месяц? Не знаю, где-то, наверное, в районе 60-65 тысяч. Что жена делала? Она ничего не делала, она была со мной рядышком. Привет Хабаровску. На курсе нельзя
протектора. Если курс сильный, конечно, нельзя. Если он у вас такой, как поддержка, мостик, тогда можно. Можно ли увеличить щелочность хондроз, можно его закачать. Я не обижаюсь, каждый из семьи право высказывать свое мнение. Жидкопересадка плохо приживается. Не знаю, у меня сейчас много и клиенток делает, и любимая на самом деле это делала. Сегодня вечером вы увидите ее проект, сейчас есть превьюшка в Инстаграме. А жир приживается нормально, просто не надо перебарщивать с ним тоже. То есть он должен быть правильно очищен, правильно отфильтрован и правильно введен. Вот именно как должно все это происходить. Как убрать живот? Ну, здесь на самом деле в первую очередь это обмен веществ, аэробики, ну а потом уже можно таскать и корсеты. Так, что-то не успеваю читать. Ира на бороду не жалуется, жалуется. Сегодня буду бриться, потому что до этого я боялся срезать нити, которые еще торчали. Красивую попу все хотят, ее нужно качать и на самом деле понимать, что то, что мы воображаем, все, что мы делаем для этого, рано или поздно у нас оказывается. Где видео с женой будет сегодня вечером на канале. Что на глазах черная? Что у меня на глазах? Татуировка. Про корсет. Мнение про корсет достаточно большое. Если мышцы не тренированы, то это будет их дистрофировать. Если вы постоянно тренируете мышцы и носите при этом корсет, то первое, что делается, диафрагма начинает смотреть внутрь, вы начинаете сужать талию, а самое главное, что происходит, это жидкость не откладывается в жировой ткани, которая находится на животе. Так что вот так. Так, пока отвечал на тот вопрос, пропустил почти предыдущих 10. Так что прошу прощения. Туля, привет. Может быть, окажусь, мы тогда сможем это сделать. Я склонен к говнонабору, лучше ровное питание или углеводное чередование. Просто длинные угли и принимать их в первой половине дня. Кем работает жена? Коммерческим директором. Возьмите за мое тело. Я в Санкт-Петербурге. Если это возможно, тогда напишите в личку, и мы сможем пообщаться. Привет, Зеленогорска, и вам, Воркута, привет. Показать ягодицы? Не, я не готов. Забанят. А сколько я времени качал попу, качаю, качаю это сегодняшний день, я очень сильно жду, когда будут тренировки, и через неделю начну все это делать. Если вы живете в Санкт-Петербурге, тогда пишите ВКонтакте, в личке, и, соответственно, мы созвонимся, и я обговорим про тренировки. Дорого ли стоят персоналки? Ну как, все относительно. Персоналка стоит 2000 в месяц, а, соответственно, 22 тысячи, если вы платите, тогда можно заниматься безлимитно, потому что мне тут уже не важно. Я только сторонник того, чтобы вы занимались не только 3 раза в неделю, но и 4, а некоторые девушки тренируются 5 раз в неделю. На попе импланты не убрал. А в прошлом летом ходил в кафе на завтраке. Да, наверное, рядышком в Петроградке. Спасибо огромное. Да, мы с моей Масей очень милый. Самый был яркий посетитель. Да, но сейчас не успеваю практически никуда ходить, и мы очень рано приезжаем на работу. У меня первый клиент уже 8:20. Как тебе кроссфит? Шикарно. Обожаю вид спорта. Немного я оттуда пытаюсь включить в наши тренировки. Что делать, когда протрузия поясничного отдела? Надо понять, куда насколько сильна протрузия. Если воспалительный эффект, закачивать его на гиперэкстензиях. То есть спортфиту советую для кроссфита? На самом деле я советую практически только БЦА. Глютамин, креатин имеет свои особенности, а вот БЦА практически не дает побочек вообще. После операции обмен веществ стал ужасным, набрал 4 месяца 20 килограмм. Бегать? Уменьшить попу достаточно трудно, если только это не жировая ткань, а вот мышечную совсем трудно. Чем занимается моя жена? Вы задайте этот вопрос ей. Бизнесом. Во сколько часов нужно заниматься в зале? На самом деле, основная тренировка может занимать 40-45 минут, а вот кардио добавляться тоже примерно так же, минут 45. От бутсашек нет побочных эффектов. Это конечный продукт распада белка изолицин-лицинвалин. Он не грузит почки и не грузит печень. Планирование детей пока нет. Зачем крашу ногти? Если я каждый раз буду отвечать на этот вопрос, то весь мой эфир будет состоять именно тем, что я буду отвечать, почему я крашу ногти. Губы? Да, я уменьшил. Кто я? Я человек. Спасибо, с вас подписка. Отлично. Саша, про жиросжигатели. Жиросжигатели очень индивидуальная вещь на самом деле, и нужно понимать, что она дает. Жиросжигатель должен вывести вас из состояния равновесия, то есть привести к тому, чтобы вы начинали худеть. Это либо повышение температуры тела, либо это адреналин, либо это вещества, которые будут выгонять лишнюю воду из жировой ткани. Но в любом случае это будет дискомфорт. Поэтому я с сжигателем отношусь так себе. О, кто-то учился со Славой Ригертом. Вам повезло. Славка прекрасный человек, и я
очень скучаю, что наше общение было таким кратким, и мы не успеваем общаться сейчас. Такие сжигатели хорошие, не знаю, из всех, что я пробовал, хороших сейчас не осталось. Просто до 2007 года можно было добавлять в них определенное вещество. После этого наш Минздрав решил его запретить и признать его плохим. Вот. Хотя ничего плохого в этом не было. А так из, наверное, легальных сжигателей это Анадрокс от фирмы MHP. Он также еще и энергетик. Более-менее работает, не сильно побочек дает. Всем здрасте. Овсятки с протеином мешать можно? Можно, но вряд ли это будет вкусно. Анадрокс, предпоследняя буква «К». Показать бицуху? Ну, она у меня маленькая. Что? Вон, бицуха. 48. А сейчас, наверное, даже 47. Я после операции ничего не делаю уже неделю. Давление высокое и пульс. АЭС не принимает, что делать. А кардио, причем такое чередованное, то есть 2-3 минуты какое-то ускорение, потом легкая-легкая ходьба. И должно, на самом деле, потихоньку становиться на место. Алипа 6, да, знаю, что вечером будете сделать жену перископию. Обязательно стараемся выйти, но ужасная связь у нас за городом, только когда мы дома. После какой операции, после пластической, как я отношусь к эфедрину? Вот как раз это вещество и убрали в 2007 году из всех жиросжигателей. А до этого почти все жиросжигатели были с эфиком, и работали они шикарнейшим образом. Саша, после балда с тестом 2 месяца надо печень чистить. Печень от этого не устает, я вам точно обещаю. В Таганрог? Может быть, так и получится. Еще подумаем, но со Славкой точно увидимся. Такой я страшный, и губы, и зубы. Ну да, даже еще 2 дырочки под носом. Было в Иваново? Нет. Стоит ли пить креатин? Для увеличения силовых стоит, но девушки, наверное, бы нет, с него можно отекать. Не обидно, что 48 сантиметров не видно, нет желания подсушиться. Вы не поверите, под эту операцию мне пытались еще где-то найти жирка, чтобы сделать гипофилин. Но у меня нашли всего 180 граммов. Так что вот, приезжайте в Таганрог, я думаю, это вполне реально. И будет летом, зимой точно не люблю путешествовать. Я думаю, мы это сделаем. Салам, как здоровье? Гораздо лучше. Как согнать вес? Да, кардио, питание, в общем, это 2 самых основных базы. В основном едешь? Не знаю. Чистится только после оральных препаратов. Но нужно понимать, что, ребята, когда вы пьете пиво или водку, или едите жирные с майонез и тому подобное, ваше ощущение стоит гораздо больше, чем от болезненных стероидов. Поэтому какой здесь смысл? Если только у вас не был какой-то сверхбешеный курс с высокой калорийностью, при всем при этом, тогда, наверное, чиститься не надо. А так, тогда. Чего я такой сасный? Сасный это какой? Много ли зарабатываю на рекламе спортивного питания? Нет, не так много, как хотелось бы. Но сейчас, на самом деле, мои хорошие знакомые, которых я забираю для себя БЦАшки, для всех своих клиентов, они их уже полностью сертифицируют. И очень скоро я оставлю все координаты в Перископе, на лайв-канале, основном канале. И вы сможете их приобретать. Там будет более чем приемлемая цена, там не будет консервантов. Там не будет красителей, заменителей, там будет только изолесин, лесин, валин. Из полкилограмма БЦА там будет полкилограмма именно БЦА, без ничего. Какая фирма? Это будет никакая фирма, это китайский фармакологический завод, который производит для аптек всего мира отдельно аминокислоты. Ребята там его забирают, осталась проблема только сертификация. Скоро она у них будет, и вы сможете с ними уже общаться напрямую без меня. Сколько мне лет? 18+. Притрена? Нет, притрена не люблю, я настраиваюсь на тренировку так. Так, мальчики. Девочки, у меня уже подходит клиент, и мы обязательно с вами пообщаемся, если получится, то даже сегодня вечером, где уже будет моя любимая в эфире, и сможем поболтать. Все, всем огромное спасибо, вечером отвечу на вопросы. Заходите, увидимся и будем общаться.